Так, ну хорошо. Еще, возможно, к нам подсоединится кто-нибудь. Тогда начнем. Еще раз приветствую. Меня зовут Герсименко Александр. Являюсь продукт-менеджером компании Овен, направление блоки питания, силовые коммутационные устройства. И предлагаю сразу перейти непосредственно к самому вебинару. Тема сегодняшнего вебинара – интеллектуальные блоки питания для ПЛК и ответственных применений с интерфейсом Ethernet. Итак, непосредственно о чем я буду сегодня говорить. План вебинара. Конечно же, о назначении интеллектуальных блоков питания линейки БПК, о самой линейке, которая представлена сейчас, и разработках компании Овен. О новинках, а именно блоках питания БП100К и БП120К. Подробнее как раз остановимся на них. Поговорим об основных параметрах данных блоков и точках отличия. Рассмотрим области и примеры применения. Подробно остановимся и разберем особенности и преимущества блоков питания БП100К и 120К. И, конечно же, поговорим о перспективах развития линейки. И немного инсайдерской информации будет в том числе. Для начала хотелось бы напомнить, что же такое источник или блок питания. Точнее, если говорить про принцип работы. Прибор подключается к сети переменного тока и обеспечивает питание других устройств постоянным током. В пределах допустимой выходной мощности прибор стабилизирует выходное напряжение в заявленном диапазоне. В случае перегрузки блок переходит в режим ограничения выходного тока, постепенно снижая выходное напряжение. В линейке интеллектуальных блоков питания производства компании Овен на данный момент представлено уже три блока. Как можете видеть, уже известный блок БП60К с выходным напряжением 24 вольта. У блока компактный корпус всего 52 миллиметра, то есть как стандартный трехполюсный автомат. Есть съемные клемники, широкий температурный диапазон при эксплуатации от минус 40 до 70 градусов. Также имеется возможность подключения к облачному сервису Овен Клауд. Следующее – это наша новинка – блоки питания БП100К и БП120К. У данных блоков уже появился интерфейс Ethernet и USB. Также имеется возможность подключения к облачному сервису Овен Клауд. И блок поддерживает режим обмена данными с мастером по протоколу Modbus TCP до 4 одновременно соединений с разными мастерами сети. И немного инсайдерской информации. Сейчас идет разработка, и этим летом к всеобщему обозрению будет представлен блок питания на 240 Вт с выходным напряжением на 24 вольта. У него также будет наличие интерфейса Ethernet и USB, только порты будут расположены уже сверху корпуса. В любом случае, более подробно о технических характеристиках, повторюсь, узнаем этим летом. Но сегодня мы остановимся более подробно на нашей новинке о блоках питания БП100К и БП120К. Как вы уже, наверное, знаете, 15 декабря 2020 года компания Овен открыла продажи принципиально нового класса источников питания для своей номенклатуры. Это блоки питания БП100К и БП120К. Данные блоки предназначены для питания стабилизированным напряжением приборов локальной автоматики и распределительных систем. 12 вольт в случае с блоком питания БП100К и 24 вольт в случае с БП120К. Блоки питания БП100К с напряжением питания 12 вольт находят свое применение в охранной и пожарной сигнализации, также в освещении. Блоки питания БП120К на 24 вольта осуществляют питание ПЛК и других ответственных применений систем автоматизации. В целом, использование данных блоков будет оправдано в ответственных применениях, где потеря управления из-за проблем в линии питания недопустима. Здесь также полезны встроенные программные алгоритмы, которые
позволяют блоку питания передавать данные о своем состоянии по сети Ethernet и в облачный сервис Owen Cloud. Поговорим об основных параметрах блоков питания 100 и 120К. Итак, как вы уже поняли, блоки питания имеют два исполнения, это 100 Вт и 120 Вт. Также основным параметром относится к компактной конструкции. Ширина составляет всего 52 мм, что позволяет сэкономить место в шкафу автоматики. У блоков расширенный температурный диапазон при эксплуатации от 40 до 70 градусов. КПД не менее 90%. Режим статистического резервирования и StatBoost 120%. Также имеется возможность параллельного подключения двух блоков, стабилизация выходного тока и наличие реле. Точки отличия или новизна, как удобно, если так можно сказать, от предшественника BP60K, у новых блоков 100 и 120K это настройка с помощью ON-конфигуратор по интерфейсам Ethernet или USB. Идет разъем типа micro-USB. Какого рода настройки? Уровень, например, уровень выходного напряжения, это также наклон и пределы вольтамперной характеристики, режим работы реле, настройка отложенного старта и перезапуска при аварии. И другие сетевые настройки, подробнее позже их мы рассмотрим обязательно. Также отличие – это мониторинг параметров в процессе работы. Это работа с мастером по Modbus TCP или напрямую с Owen Cloud. Также это опрос основных электрических параметров прибора, ток, напряжение, мощность. И также опрос аварийных параметров. Это статус ошибки, температура блока. Так где же могут найти свое применение данные блоки? Области применения блоков. Это могут быть система управления текстильных машин и упаковочных машин, система управления оборудованием для производства технических средств управления и электротехнической аппаратуры, система управления измерительными установками. Также представлена система управления машиностроительного оборудования и машины специального назначения. Построение системы автоматического регулирования, позиционирования. Конечно же, я перечислил далеко не все сферы и области применения. Применение блоков питания оправдано везде, где потери управления за проблемы в линии питания недопустимы. Разберем примеры применения. Для наглядности сравним блок питания BP60K и BP120K. В случае с блоком питания на 60 Вт BP60K на рисунке представлено питание ПЛК с резервированием и сигнализацией состояния питания по каждой из фаз. И на втором питание ПЛК с резервированием и удаленным контролем состояния питания в Owen Cloud. Обратите внимание, что здесь требуется дополнительный сетевой шлюз PM210 для удаленного мониторинга и сбора данных. В случае с блоком питания BP120K дополнительный сетевой шлюз уже не требуется ввиду наличия интерфейса Ethernet. Как раз показано на рисунке стабилизированное питание и передача данных о состоянии питание по сети Ethernet в программируемый логический контроллер верхнего уровня. И вариант представлен на втором рисунке посредством роутера в случае отсутствия ПЛК. Отмечу, что блоки питания 100 и 120К являются частью экосистемы компании Owen и рекомендуется для совместного применения с программируемыми логическими контроллерами PLK-210 и модулями ввода-вывода MX-210. Добавлю, что компактное исполнение и широкий функционал позволяют эффективно использовать блоки питания как совместно с другими ПЛК, так и в ответственных применениях систем сбора данных.
Предлагаю, если нет вопросов, перейти к более подробному рассмотрению функциональных возможностей и особенностей блоков питания 100 и 120К. Вопросов нет, правильно понимаю? Тогда поговорим об особенностях и преимуществах блоков питания. Первое, что отметим, это компактный светлый корпус. И имеет небольшие габариты. Как ранее уже говорил, 52 мм, как стандартный трехполюсный автомат. Также вся основная информация по прибору и его подключению указана на корпусе прибора. Небольшие габариты обеспечивают удобный монтаж также и экономное место в шкафу автоматики. Корпус модуля позволяет крепить его как на динрейке, так и на стену, вертикально, конечно. Разработан так, что способ крепления не влияет на эффективность вентиляции блока питания. Стоит отметить также съемные клеммики, позволяют также осуществить удобный монтаж и переподключение в случае периодического обслуживания, ну или выхода из строя. По габаритам видите, да, 52 на 124 высоту, глубина 84. Второе, конечно же, это параллельные последовательные подключения нескольких блоков без дополнительных внешних устройств защиты и выравнивания выходных токов. Это дает возможность резервирования питания или просто наращивания мощности без расширения номенклатуры источников питания. На рисунке представлена схема параллельного и последовательного подключения нескольких приборов. Да, стоит отметить, что в случае параллельного соединения допускается не более двух блоков. Также рекомендуется обеспечить одинаковую длину сечения проводов от выхода в блок до точки соединения проводов. Собственно, также описано будет в руководстве по эксплуатации. Следующая особенность – ограничение выходного тока 120% от номинального значения или иначе режим, так называемый режим статистического резервирования. В свою очередь, он обеспечивает хорошие пусковые характеристики при старте на высокоемкостную нагрузку. Также надежную защиту оборудования, подключенного к блоку питания. Для наглядности представлен график зависимости выходного тока от температуры окружающей среды. Во время работы прибора при температуре окружающей среды выше 60 градусов, как мы видим, рекомендуется снижение выходной мощности на 2,5% каждый 1 градус превышения. Да, где-то так. Как я уже говорил, у блоков питания расширенный климатический диапазон при эксплуатации от 40 до 70 градусов, от минус 40 до 70 градусов, без снижения рабочих характеристик. У блоков питания BP100K и 120K, точнее, блоки питания 100К и 120К обеспечат полную мощность и допустимый уровень пульсации в сеть и в эфир во всем диапазоне рабочих температур. Причем пульсация составляет менее 0,5%. Также можете наблюдать график зависимости КПД от напряжения питания и температуры окружающей среды. Как видите, уровень КПД при номинальных условиях среды достигает 92%. Ну, соответственно, при низких температурах КПД снижается. Также блоки питания 100К и 120К имеют светодиодную индикацию. На лицевой панели расположены два светодиодных индикатора – работа и авария. Стоит также добавить немного по лицевой части блока. Помимо Ethernet и USB, на блоке можете видеть поле IP. Оно предназначено для нанесения IP-адреса блока. Обычно наносится тонким маркером, ну или можно бумажной, на бумажной наклейке. Также есть сервисная кнопка.
Она предназначена для восстановления заводских настроек при удержании 12 секунд, также установки IP-адреса и обновлению встроенного ПО. Про индикацию. Что означает индикация? Как видите, в табличке показано, то есть если при номинальной работе, при номинальной нагрузке блок индикатор работа светится зеленым, в случае ограничения выходного тока, когда наступает, оранжевым, и короткое замыкание, соответственно, красным. В случае перегрева блока, когда перегревается блок, выходное напряжение отсутствует, то есть отключается, и он светится красным. В случае, когда постепенно идет перегрев блока, то есть уже только еще подходит к критической точке, выходное напряжение, когда еще есть, он светится оранжевым. И, наверное, если нет вопросов, перейдем к главной особенности блоков питания БП100К и 120К. И это конфигурирование и регулировка выходного напряжения, выходного тока с помощью ОН-конфигуратора, Ethernet или USB. Также для удаленного мониторинга, управления и хранения архивов данных приборов существует возможность подключения к облачному сервису OVN Cloud. Так как происходит управление и конфигурирование посредством OVN конфигуратора? Здесь я отобразил скрин, на котором сейчас попробую вам объяснить. OVN конфигуратор, конечно, многие, наверное, знают то, что можете установить с нашего сайта, попробовать. Так как происходит управление конфигурированием? Во-первых, да, здесь есть, вы можете посмотреть текущее значение напряжения, тока, мощности, потребления, температуры и статус работы прибора. Забегая вперед, скажу то, что уже у нас есть видео на YouTube-канале на нашем выложено. Там подробно также объяснено, как ведется работа с OVN-конфигуратором и с подключением к облаку OVN Cloud. Ну, продолжу. Во-вторых, в разделе «Настройки» так. Да, есть, Алексей, есть. Я как раз сейчас попробую объяснить, рассказать. Но мы сейчас про OVN-конфигуратор. В руководстве по эксплуатации, которое у нас на сайте есть, вы можете посмотреть. Там подробно описана работа с Modbus, как изменять ток и напряжение. Так вот, настройки. Вы можете задать следующие параметры. Это контроль реле. Реле позволяет включать и отключать реле встроенные микроконтроллеры, собственно. Если реле выключено, то контроллер не меняет его состояние в зависимости от режима работы блока. Если включено, то реле будет всегда включено, когда включен сам блок. Таким образом, всегда можно подключать что-то к выходу реле при работающем блоке питания. И также есть еще режим реле в режиме автомат. Это когда микроконтроллер переключает реле в зависимости от состояния блока. Параметры настройка выходного напряжения. Выходного тока пропустил, да? Настройка выходного тока позволяет установить значение выходного тока, при котором блок будет переходить в режим ограничения тока и снижать выходное напряжение. Здесь у нас установлено 6 ампер, как раз по ограничению тока 120%. Параметры настройка выходного напряжения позволяет поменять значение выходного напряжения в указанном заявленном диапазоне. На данном блоке диапазон варьируется от 22,5 до 29,5 вольт. Достаточно широкий. Следующее – это падающая выходная характеристика. Это, можно сказать, ВАХ блока, вольтамперная характеристика блока, у которой напряжение на выходе блока снижается небольшую величину при увеличении нагрузки. По умолчанию на 20 мВ на каждый ампер нагрузки. Полезно при параллельном подключении для выравнивания нагрузки между блоками питания. Варьируется в диапазоне от минус 100 до 100 мВ. Также параметр время старта. Он дает возможность отложенного старта блока, собственно, на указанное время.
здесь у нас 0. Так, ну, диапазон 3600 секунд. Да, насколько помню. Время перезапуска отвечает за перезапуск блока при работе в режиме КЗ. От 1 до 30 секунд можно поставить. Так, и время работы в КЗ определяет длительность работы блока при коротком замыкании, после чего отключается блок на время перезапуска и снова работает в режиме КЗ. Стоит отметить, конечно, что в режиме КЗ блок питания ограничивает ток на уровень настройки выходного тока. При этом выходное напряжение снижается до уровня менее 1 вольта. Это основные настройки, которые можно осуществить посредством OWN-конфигуратор. И, как видите, конфигуратор дает достаточно широкие возможности по управлению блоком питания 100-120К. Повторюсь, да, более подробную информацию с модбасом можете ознакомиться в руководстве по эксплуатации. Алексей. Также на странице сайта 100-120K есть подробное видео о работе блока с конфигуратором и OWN Cloud. Что хотел добавить, заключение в перспективах и немного инсайдерской информации. В этом году ожидаем блок питания на 240 Вт с выходным напряжением 24 вольта. Также сейчас в разработках у нас источники бесперебойного питания. Это ИБП-60К на 24 вольт. Также в корпусе, компактном корпусе на 52 мм. И, соответственно, блок аккумуляторный к нему. Ну, пока только к нему, BA24. Также хочу услышать от вас, можете написать в чат, какие решения вы хотели бы увидеть в ближайшее время. Примем во внимание. Может, какие-то пожелания? Но в любом случае... Дорогие друзья, всегда можете отправить на электронную почту. Готов всегда сотрудничать непосредственно. Пишите, буду отвечать на ваши вопросы. Благодарю за внимание. Подожду еще минуты две. Может, вопросы у кого-то еще остались. В свою очередь добавлю, что также... Ну, по вебинару и в целом, по блокам питания нашего производства компании OWN. Да, вы всегда можете написать на мою электронную почту. А информацию о наших новинках вы всегда можете увидеть в социальных сетях, ВКонтакте, Инстаграм, в группе OWN. Подписывайтесь, участвуйте в конкурсах, где вы можете, собственно, получить достойные призы. Так, например, вот буквально в феврале ВКонтакте мы разыграли блоки питания 120К и 60К. И блоки на 30 ватт. На нашем YouTube-канале будет размещена запись данного вебинара в ближайшее время. Также готовим видео о параллельном соединении и функционировании под нагрузкой блоков 120К и 60К. Как говорил ранее, уже размещено видео о работе с OWN-конфигуратором и подключение к облачному сервису OWN Cloud. Подписывайтесь на канал на YouTube. Будьте всегда в курсе. Хорошо, спасибо, друзья, тоже вам. Тогда завершаем вебинар. Всего доброго, до новых встреч.